Гаишник останавливает машину. Водитель выходит. Гаишник: так вы превысили скорость, там знак 50. Мужик: так я ехал 50. Жена высовывается из машины, говорит: а на спидометре 70. Мужик так разозлился. Гаишник продолжает осмотр, говорит: а, так у вас задний фонарь лопнутый. Мужик: а я и не знал. Жена: а я тебе 2 недели назад говорила об этом. Мужик еще сильнее рассердился. Он снова: так вы и не пристегнуты. Мужик: ха, да я только сейчас отстегнулся. Жена: да ты всегда не пристегиваешься. Мужик не выдержал: заткнись, дура. Гаишник: и часто он с вами так разговаривает. Она: да что вы, только когда пьян.